Добрый день, дорогие друзья, зрители канала «Ваша дача». С вами Татьяна Башмакова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам показать, как у меня развивается клубника именно под агроволокном, которым я накрыла ее в начале марта. Я еще построила парник для ранней зелени, капусты, редиса и салата, но посеяла я недавно, вот в середине апреля туда это все, поэтому там показывать еще нечего. Тогда в марте мы просто укрывали землю. Сейчас я вам вот показываю клубничку, которую не укрывали. Это вот два ряда клубники молодой, которую я осенью сажала. Вот она без укрытия стоит. И это та часть, которая с прошлого года. Двулетки. Ну, как-то она не вся хорошо перезимовала. За это время была страшная жара. Были холода, морозы. Сегодня, в частности, было минус 3. Выпадал и снег за это время. И ливни лили. Больше недели просто потопы были. Ну, вот сейчас посмотрим результат. Когда я накрывала, был маленький тысячелистничек тут у меня декоративный. И он попал у меня под укрытие как раз под ширину. И я укрыла. Думаю, пускай как раз посмотрим. И вот тысячелистник сделал такой высокий парничок. Хотя на самом деле он был очень низко. Так, тысячелистник даже прижарился немножко. И вот она, моя клубничка. И, если честно, я его не открывала. И поэтому тоже сильно удивлена. Вся клубника цветет. Сегодня 21 апреля. И вот такая вот цветущая, прекрасная клубника. И вот для сравнения сейчас мы вам... Ой, и мои животные непослушные. Они по этому парнику и бегали сверху, и скакали, и на этом тысячелистнике катались. То есть им почему-то очень нравится в парнике. Вот теперь можете смотреть вдаль, какова разница. Разница просто разительная. Сейчас я его приоткрою, чтобы оно проветривалось, то получается здесь создались совсем тепличные условия. И надеюсь, у меня будет ранний урожай. Ну, тысячелистник, конечно, вырос просто деревьями. Деревья, большие деревья по полметра и прижаренные сверху. Если честно, я такого, ну, такой разницы даже не ожидала. Вот заключительный кустик, который попал под укрытие, под агроволокно. Здесь уже даже ягодки, не только цветочки, вот ягодка завязалась. А вот те, которые были рядом, сразу видно, насколько, ну, там цветочки только закладываются, неизвестно, когда они получатся. И так весь ряд вот с цветочками можно наблюдать. Осталось сорнячки удалить. И ждать урожая. На случай заморозков буду опять укрывать, чтобы теперь ягодки не померзли от заморозков возвратных. Так что пользуйтесь таким методом. Разница очень впечатляет. Ну, вот такой вот он промежуточный результат. В следующий раз покажу вам, когда уже буду кушать урожай. Оставайтесь с нашим каналом. До новых встреч!